Всем привет, это канал DS, и сегодня у нас Miss Survival. Мы сходили вот в этот вот отель в прошлый раз, посмотрели, лутом остались недовольны. Ну, открыли, хотя бы уже знаем, как это делается. Сегодня мы планируем найти новые какие-то места. Но пока я отправляюсь в путь, вы обязательно прожмите лайк под этим видео. И посмотрим, что у нас есть еще на этой карте. Может быть, что-то мы упустили, как быстро прогружается перед моим лицом. Сейчас вот въехать только не осталось. В прошлый раз мы, кстати, упали на машине. При том, что на пустом месте. Это было неприятненько, но как бы это было. Так, что у нас осталось? Мы еще не были ни в одной пещере, ну или как их называют, шахтах правильно. Возможно, там есть что-то интересненькое, надо будет обязательно съездить. Также мы не были в какой-то школе и в новом комьюнити. Так что мы сегодня туда обязательно отправимся. Но отправимся мы сначала так, через дом почти. Точнее, даже не через дом, стоять. Я хочу, давайте я заберу карту с собой. Потому что я выходила с игры, и я хочу снова забрать карту. Мы вот на военной базе сейчас. Для чего? Потому что если она мне понадобится, то мне придется обратно ехать. Она каждый раз вот пропадает. И я не хочу как бы ее каждый раз забирать. Так, ой. Example F. А чё, а как взять? Read. Та-та-ты. Ну, это вот кто хочет почитать. Забрать. Она ничего-то не забиралась сразу. На Е нажимала, она не забиралась. Теперь забралась. Странно. Ну ладно. Тут объехать нельзя. Нам надо будет через практически наш дом. Там есть вот дорога такая по грунту. Поэтому мы поедем там. Давайте потихонечку так аккуратненько. Главное не свернуть здесь ничего. Я не знаю, стоит мне заезжать вообще домой. У меня как бы особо ничего такого суперского нет. Поэтому я, наверное, не буду сейчас устраивать разбор всего лута, который у меня есть, а просто поеду. Ну, иначе это будет очень-очень долго. Ой. Ай-яй-яй, тормози. Камера, аккуратненько. Вот так. Другое дело, не видно ничего. Как только чуть приблизишь, чуть удалишь, так все. Этот прицеп загораживает полностью весь обзор. Так, вот там военная база, мы ее просто объезжаем и едем дальше по дороге. Тут, кстати, достаточно пустовато. Здесь мы были. Это домики всякие. Ну, тут особо так это... Без интереса. Туда это поход к бандитам. Мы у них тоже были. Мы у них стырили огнемет. Стырили у них снайперку. И, в принципе, остались довольными. Так, аккуратно. Теперь здесь... Здесь у нас тоже нет проезда. И с вышкой какая-то церковь. И тоже какие-то военные построечки. Так, так, так. Вот это становится интересным. Ладно, тормозим. Это уже что-то новое. Сразу сейф. Мало ли, вдруг что, где застрянем. Терять особо не хочется. Так, давай ты быстренько перезарядишь, на всякий случай. Я, кстати, на вышке никого не вижу. Лут, как обычно, лутаем. Сразу, сходу, моментом. О, давай. Все заберу, все. Ну, здесь, кстати, прям военная, прям военная. Видимо, какой-то пост, во время, когда начались разборки с зомби, то сразу... Ой, здесь нет этого бардачка. Здесь перегородили дорогу и, видимо, всех тормозили. Хотя вот машину разобрали. Кто-то уже облутал машинку. Я не буду подбирать сейчас бутылки. Мне столько бутылок просто не нужно. Оставлю их. Если будет нужно, как бы, ну, придем, заберем. Так, тут что-то есть? Здесь у меня есть... Нету? Просто так? Текстуры? Просто так. Машинки красивые. Вот на такой машинке надо ездить, а не на той. Вот такой вот. А берешь к этой машине, хоть три прицепа цепляй. И сама на вездеход. Кого хочешь задавить. Хоть зомби, хоть не зомби. Хоть бандитов. О, еще и можно ее, кстати, разработчику на заметку. Можно всякие щиты на нее поставить. Замечательный вездеход. Я думаю, что после такого игра станет еще более популярной. Ну ладно, как говорится, мои теории пусть останутся моими теориями. Ну тут, кстати, никого нет. Это так неинтересно. Постреляться не с кем. Лут, да лут, ну военная база. Может, правда, оружие какое-то есть? Так, ящичек вижу.
Ну, так, до ящика я схожу, схожу до ящика. Откройте мне. О, карандашик. А, мне надо вытащить, он у меня в харвесте, по-моему, да? Или нет? А, да, у меня вот это есть, все отлично, давайте. Просто... О, да, великолепно все мое. Это прекрасно, это прекрасно. Все, что для огнемета, все прекрасно. Все, что для огнемета, это супер. Я даю плюс рэп сразу, вот моментально. Отлично. Ящики я тоже пока с собой заберу. Точнее, не с собой даже, я вот так поставлю его. Ну, поставься, ну, ставься, друг мой. И скидаю сюда лут. Потому что я с собой это все не унесу. Точнее, унести-то можно, но... как это объяснить? Мне будет не хватать потом. А я не хочу, чтобы мне не хватало потом. Это я тоже заберу. Он, кстати, еще и меньше. Возможно, я перемещу вот с этого в этот и заберем маленький. Но пока пригодится все абсолютно так. Ну, ладно, не буду пока ткань брать. Как бы можно взять, но у меня ее тоже очень много. Опа. Домишки. Может, я уже как раз в этом месте, комьюнити каком-то. Хорошо, посмотрим. А, вот здесь давайте посмотрим. Здесь у меня нужная вещь. Это, по-моему, для пулемета. Пулемет ставится на машину, но на машину у меня... Пулемет пока не поставится, потому что у меня нет гаража. Рецепта, точнее. Ну, я, наверное, все сюда сброшу. Пусть лежит здесь. Мне так будет удобно. Еще вот здесь. Ага, началось, интересно. Так, а здесь на военной базе... Вот, вот, это к вопросу. Не зря я взяла карту. Здесь нужна карта. И, судя по всему, карту я не найду так же, как и в прошлый раз. То есть ее просто здесь не будет. Скорее всего. Она вот единственная, походу, на той военной базе лежит. И, значит, я все сделала правильно. У меня есть... Да, у меня есть немножечко. Давайте я... Опа. Залью и сразу зайду. Карта у меня есть. А что? А где? Баги просто! Он типа держит канистру! Типа канистру держим! Сделаем вид, что это канистра! Ну или наоборот, не сделаем. Канистра осталась там, друг мой, да? Он же мужчина у меня. Ой, жесть. Божечки. Используй, пожалуйста, по назначению. А не для бага. Ай, канистру отдайте. Ой. Ну это просто, это, я не знаю, момент для шорца, не иначе. Во, открыла. Идеально. Так, тут у меня джинсики. Это тоже полезно. Пока я, правда, не видела, где есть газ. А где мне взять дома с газом, кстати? Потому что газ я не вижу. Дают? Офигеть. Давайте. Приятно так выглядит. Дают как бы против газа, но самого газа я не вижу. Ой-ой-ой, ну тут прям вкусно, ребят. Прям вкусно. Если вот прям лутаться, то лутаться наверняка это на вот таких военных базах. Нет, отключи пока его. Не трать. То здесь приходишь, вот здесь вот, например, на первой военной базе прям были зомби. Алло. 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 Во, вошли. Так, давайте я выкину это, пока меня тут опять... Не заманили в ловушку, я не смогла войти. Пойдем со мной. Вот сюда. Стой тут. В общем, там были зомби. А здесь даже зомби нет. То есть вообще очень удобно. Заходи и бери, что хочешь. При том, что открыть, прибежал, там зомби закрытые. Прибежал, забрал карту.
И совершенно спокойно, ты свободен. О, еда даже. Так, еда. Сюда, сюда. О, ну тут прямо гранаты. Ну все, блин. Вообще, просто вообще. Сюда ставься. Я заберу оба ящика и хочу забрать абсолютно, ну, практически весь интересный лут. Я не хочу брать, типа, бутылки, всякие ткани и тому подобное. Но вот из этого всего вкусненькое я, конечно, заберу там всякие потрошки. Несмотря на то, пользуюсь я ими или не пользуюсь, я их заберу. Хочу подлутаться чуть-чуть. Так что придется немножечко потерпеть. Ну давай, ладно. Мало ли, пригодится, чтобы потом не делать самому. Главное, ноги не сломай. Медпункт. Есть кто? Вообще никого нет. Даже медпункт. То есть здесь у нас спокойно можно взять лечебные все... Ну, шоколадки не берут. Лечебные препараты какие-то. Можно взять оружие сразу. Можно взять патроны. Вообще, вот максимально удобно. Мне кажется, ну, халява. Здесь что? Во, патроны на все виды оружия, походу. Еще... О, даже здесь жесть. Здесь даже аккумулятор дают, понимаете? Даже на машину можно взять. Супер! Мне нравится эта локация. По крайней мере, она очень вкусная. Давайте-ка опять забросим. А то я где-нибудь что-нибудь потеряю, будет неприятно. Либо дождь пойдет и испортится что-то. Хотя у меня, по-моему, есть. У меня же есть... А, у меня есть это. Не промокайка моя. Так что я не сразу промокну. Здесь открывается? Угу. Тоже никого. Здесь... Ну, дают прям... Прям дают. Прям дают. Здесь мы были. Или это новый? А, нет, мы здесь были. Были. 100 пудов были уже. Все. Так, 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 так. Как у меня здесь? Все, вот эта сама база закончилась. Мне осталось посмотреть вот эти туалеты. Мало ли, вдруг что-то заныкали. В туалете что-нибудь заныкали, ребят? Нет, не заныкали. Я заберу сундучки сразу в машину. Точнее, я машину сюда подгоню и поедем к тем домикам. Так будет удобней. Мы где-нибудь пролезем сейчас? Надеюсь. Надеюсь, где-нибудь пролезем. Где бы тут проехать? Давай придумывать. Ну, мы с той стороны, наверное, проедем спокойно, нет? Сейчас проверим. Ну да, вот объезд. Здесь уже придумали объезд без меня. Это вот люди, которые спасались от зомби-апокалипсиса. Они такие, вы тут заградили. Ну ладно, окей, мы тут объедем. Все нормально. Все окей. Никаких проблем. Заградили они тут, ну-ну. Заградили, типа от людей заградили. Хорошая попытка. Блин, надо ровно же встать, она сейчас будет неровно, да? Давайте назад. Да, наверное, вот так. Нет, ладно. Глупая идея, он, по-моему, так не встанет. Вот сюда проехать? Там ровно? Вроде бы ровно. Вся проблема в том, чтобы поставить ящики. Они здесь ставятся как попало, не на поверхности. А... Блин! Вот об этом и речь. Я-то не захожу. Но я их закидаю. Мне несложно, я и со стороны могу. Опа! Давай сюда. Я и так закину, как бы. Сложности это... Ладно. Проблема потом с расфасовкой, но это проблема третья. Я справлюсь с расфасовкой. Главное было бы, что фасовать. Иди сюда. Стой! Да, иди. Так, 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 так. Это мне тоже забрать бы. Потому что без этого уезжать просто, ну, нельзя. Ну, никак. Я, поскольку сейчас в основном с огнеметом, все баллоны абсолютно все мне очень-очень нужны. Вдруг я встречу целую кучу зомби. Или как в одной игре есть, те, кто узнает игру, обязательно напишите. Волны зомби. Так что, мало ли. Кстати, кто знает, где волны зомби есть? В какой игре?
Будем проверять, кто угадает, кто не угадает. Это я себе заберу. Это я оставлю. Здесь есть место? Здесь нет места. Тут. Давай сюда. Ладно. Пусть пока тут лежит. И поехали к домикам. К домикам. Там просто несколько домиков стоит. Интересно, в них кто-то будет? О, да там прилично. Я так полагаю, что это как раз комьюнити. Ага. Здрасте. Мы к вам, вы не против? Вот для чего нужно иметь огнемет. Просто два выстрела и все трупы. Просто идеально. Идеально. Сюда залезть нельзя, значит тут ничего нету. Окей. Ну здрасте, друзья. Кто-то еще из вас тут есть? Я вас пока лутану. Надеюсь, меня никто в этот момент не стукнет. Будет неприятно? Ладно. Так, стоп. Вот сделаем так. Я просто очень часто в последнее время баги ловлю, поэтому надо на всякий случай себя предостеречь. Буду ходить с огнеметом, будет шуршать по духам. По духами шуршать. Да, правильно, по духами шуршать. Но ничего страшного. Дом, кстати, такой где-то мы видели. Один домик примерно. Они, походу, более-менее однотипные. Ну ладно. Самое главное, чтобы в них был хороший лут. Опа. Потратили совсем чуть-чуть, а заработали очень даже много. Это мне нравится. Вот за это спасибо. На кухне всегда есть что поживиться. А еда есть? Вкусная еда. Пожалуйста. Эти ящики не открываются. Это мне не надо. Это... О, еда. Есть. Пистолет в холодильнике. Все нормально. Пистолет в холодильнике. Это, знаете, захотел вечером покушать. И тот, кто успел схватиться за пистолет, тот и покушал. О, я не сюда пришла. Вот так вот. Это к вопросу о том, кто хочет похудеть. Предложить своим, так сказать, близким помочь вам положить в холодильник. Ой, хотя во время зомби-апокалипсиса надо, наверное, везде пихать пистолет. Ой-ой-ой, а мне как раз поесть надо. Давайте-ка сразу поедим. Оно как раз не испорчено. Хорошее. Мы отравление, надеюсь, не получим, как картошкой в прошлый раз. О, идеально просто все. Уф, супики, это супер. Надо супики кушать. Обязательно. И для пищеварения помогает. Но дубину забирать не буду. Не надо. И здесь они прям все восстанавливают. И воду, и еду, мачете. Не знаю, не нужны, наверное, мачете. Я им все равно пользоваться не буду сейчас. Я и так вот тут патроны собираю целую кучу. Огнеметы. Все, все супер. О, ну краску, краска, ладно. Вдруг когда-то найду возможность сделать себе гараж и буду по 3 года красить машину. Вот это будет весело. О, давай. Шкафчики, люблю шкафчики. Шкафчики только какие-то пустоватые. А где заныканный пистолет рядом в спальне? Туалете? Давай, где заныканный пистолет? Так, ну тут лечение. Ну лечение тоже надо. Патроны вижу, а пистолет? А пистолета нет заныканного. Есть только грязная вода в ванной. Ну, плохо, как бы. Ладно. Я думала, хотя бы пистолет будет близко к патронам, но они решили разъединить. Ладно. Здесь у нас что? Тряпки, бутылки, бутылки. Кому-то, видимо, у кого-то была депрессия. Понятно. Депрессивные люди здесь сидели. В туалете прятались, видимо. А потом стали вот этим вот лежачим. Здесь у меня что? Ну, это пока убери. Не жужжи. Здесь особо-то ничего. Единственное, что... Давайте я солью. Потому что у меня остался всего литр. Поэтому мало ли мне пригодится. Давай сюда. Бензин. Заберем. Есть еще где-то машина? Чтобы я не убирала. Вон там есть машина. Здесь машина. Здесь есть у вас бензин? Здесь у вас бензина нет. Плохо. Плохо, что у вас здесь нет бензина.
Дай ее обратно. Там мы сходим сейчас. Я вот хочу вот через этот домик. И вот там вот ограждение есть. Наверное, через это ограждение поедем. Вон в ту сторону сходим еще. Здесь... Так, ну домишки, домишки. Стоп. Тут целая церковь какая-то. И целая куча домов в ту сторону. Тут я на комьюнити, вот я уверена. Хотя бы мы его нашли. Уже радует. Это уже какой-то комьюнити. Какой-то, пускай не тот даже, который мы, возможно, мы искали, но какой-то нашли. О, тут. Знавайся. Ну, блин, а что это за 0,0%? Мне не нравится. А почему портится, если я здесь не была? Это нечестно, мне кажется. Я же не была в этих местах. Почему здесь портится? Нечестно. И так оно все испортится на всей карте, если я буду долго ехать. Плохо. Не нравится мне такой расклад. Товарищ разработчик, давай это прорисовка будет не на всей карте. Хотя, с другой стороны, это доставит неудобства, если будет в кооперативе в будущем. А кооператив вроде бы здесь планируется. Поэтому ладно. Не буду прочитать, пускай будет так. Пускай лучше портятся ресурсы. Окей. Открыть. Ну, здесь, кстати, никого нету. Вроде бы, на первый взгляд. Дом такой разрушенный, красиво. Выглядит замечательно. Ну, по крайней мере, все это мне нравится. О, блин, фуд появился. С прошлой серии еще фуд появился. Только сейчас. Ну, ладно. Странно, это работает? Ну, пускай работает как-нибудь хотя бы. Пусть будет. Краска. Второй этаж. Лестница, блин, мне нравится. Красота. Здесь еда. Отдай. Целая куча ящиков. Кайф. Патроны много дают. Кровать можно забрать. Ну, как же. Но унести эти ящики, кстати, нельзя. Можно только полутать их. Очень удобно. Потому что я бы уперла, мне в машине места не хватило. Хорошо, что они все дают тащить. А то мой хомяк это... Не устал бы таскать это все. Да? Да. Этот дом мы посмотрели. Тут у нас опять как бы дорога. Такая более-менее перегороженная. Поэтому я пойду в эту сторону. Как пойду? Я поеду. Пускай моя машина будет как можно ближе. Мало ли. Опа, я уже вижу зомби. Аккуратно, пожалуйста. Тормози. Так, там зомби ходил. Это зомби с шипами изо рта. Вон, видите? Там ходит зомби с шипами изо рта. Надеюсь, они не сильно жесткие. А если сильно жесткие, то пожелайте мне удачи. Потому что мне к ним сейчас идти. Будет мало приятного получить. Ремня. Так. Дорогие друзья, здрасте. Блин, даже не знаю, к ним сначала идти или... Давайте налево. Я боюсь их. Вдруг они мне сейчас что-нибудь... Я лично таких зомби не видела. Это еще один новый вид зомби. Веревка. Блин. Чем бы их убить? Они явно либо слишком быстрые, либо слишком сильные. Другого не дано. Либо все сразу. Кстати, да, все сразу еще может быть. Может быть дано. Окей. Может быть. О, карандаши. Я, кстати, сейчас карандаш использую, ребят. И посмотрю, тот ли это комьюнити, или это все-таки не тот комьюнити. Прямо здесь давайте посмотрим, тот ли это комьюнити. Это не то. Так, вот, да, это комьюнити. И у нас здесь школа рядом, кстати. Здесь рядом школа и вот это вот и все. Значит, мы добрались до того комьюнити, который был нужен. Ну, это было как бы немножко понятно по количеству домов. Опять спальня. Давай мне здесь что-нибудь вкусное. Вкусного ничего не дают. Ладно, жалко. Нож 46. Ну, у меня целая куча ножей. Я не думаю, что мне прям пригорит.
А если пригорит, то я приду за ним. О, ящик переполненный. Прекрасно, прекрасно. Почему у меня, кстати, в доме стоит нерабочий холодильник? У меня очень большой вопрос к разработчику. При том, что он вообще никакой не рабочий. Везде можно открыть холодильники, а мой открывать нельзя. Он как декор. Мне это не нравится. Ой, отдай. Ящиков нет, сахар. Здесь прачечная. Кстати, я не помню, по-моему, вот порошок нужен для чего-то взрывчатого, если мне память не изменяет. Сейчас я даже быстренько гляну. Мне кажется, для чего-то он такого нужен. А, для молотого он нужен, вот, точно. Для, да, ну почти для взрывчатого, практически, да. Так, с этим домиком тоже закончили. Блин, ну придется туда идти. Страшные зомби, как бы от них спрятаться. Это все мое. Так, так, это я сейчас скину, у меня патроны. Ага, уже патроны даже не помещаются. Уже даже патроны не помещаются. А все, мне мало лута. Это я все скину. Так, дорогие друзья, надеюсь, вы не сильно злобные. А если сильно, то... Блин, нет! Он застрял! Он застрял в машине. Давай ты еще раз в машине застрянешь. Я слышу это... А, типа... Что там со спинами? Нет, не плевать! Ему не плевать! Тьфу ты, блин! Ты что, дурак, что ли? Что с него? Какие-то жало. У него 4 торчало. Почему дали 2? Дурак! Еще один дурак несется! Отстань, блин! Не вставай больше! Продолжай лежать! Продолжай! Все хорошо! О, черт побери вас! Он меня напугал, я думала, что он уже упал, что он уже помер, а он не помер. Алло, так нельзя делать. Господи. Опа, я нашла что сжечь. Надеюсь, они здесь были только вдвоем. Пожалуйста. Я не уверена, что мое здоровье позволит мне вырваться из еще одних лап. Но они, кстати, достаточно опять быстро отлетают. И как бы для тех, кто вроде как полубосс или что-то в этом роде. О, это мне надо. Ну, типа, ну, очень-очень легко. Еще что-то есть? Пока вроде ничего. Ящички. И все это, все, зачем я шла в церковь, получается. Только за с этим портфельчиком. Никто не восстанет. Здесь же зомби. Зомби-апокалипсис. Встаем? Не встаем? Могила не встает. А, кстати, была бы прикольная механика, если бы из могил еще вставали. Тут, тут ничего нет. Была бы очень прикольная механика, там, например, я не знаю, в ночи, чтобы зомби восстали. Было бы здорово. Есть кто? Никого. Здесь? Ничего. Ничего, но это тоже ничего. Так, 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 а здесь? А, ну тут хотя бы стоит. Опа, тоже пусто. Блин. Все пусто. Ничего не дают полутать. Открыть. Но я уже нашла то, что я заберу точно. Я потратила и тут же восстановила. Везде, кстати, вот когда приезжаешь, рядом с зомби, по-моему, можно восстановить себе огнемет. И мне это нравится. Блин, я все это унести должна, да? А че они пустые-то, кстати? Ящики. Ну, это тоже типа военной базы какой-то. Ну, никак не военная база, а военный трейлер. Это все уносить надо. Блин, ну как это все уносить? Ведь все хочу. Ведь все надо. Вот это мое тоже.
Церковь тут свободна. Я не знаю, давайте я подъеду, что ли, вот сюда поближе. Вот автобус школьный, кстати. Стой тут. Да, я, наверное, просто сюда подъеду, чтобы мне было проще загрузить. Тут спокойно, мирно. Здесь ничего нет? Ничего нет. А то я хочу, может, еще машину пару собрать. Хотя я и эту неплохо держу, так сказать, в порядке. Она у меня не ломается. Вообще замечательная машина. Удобно. Хорошо, все едет. Бензин не тратит даже. Кстати, на удивление, здесь почему-то, ну, не тратится бензин, не знаю. Скорее всего, потом исправят, но пока он не тратится. Пока он не тратится, зачем машину менять? Перевернуть ее? Я и так ее переворачиваю неплохо. У меня есть этот рычажок подъема. Мы уже испытали с вами в прошлой серии как раз. Потому что на ровном месте. Там, где кочки? Ничего, все нормально. А на ровном месте, на, пожалуйста, упади. Странно, кстати. Ну ладно. Переворачивает он ее вместе вот с этим вот трейлером, так что удобно. Ага, я это выброшу. Не знаю для чего пока. Мне почему-то дали их 3, кстати. С того выпало 2, а с этого всего 1. Может, конечно, он где-то пробуговался. Все возможно. Но что-то маловато, мне кажется. И для чего они? Фиг их душу знает. Блин, 5 литров, ну давай. 5 литров заберем. 5 литров на дороге не валяются. Тем более нам теперь нужно открывать все. Пусть будет. Так, ты поднимись обратно. Ну, теперь остается в эту сторону. Там еще дом какой-то. Тут транспорт. Ну, вряд ли тут что-то интересное. Давай, поехали. Вот в этот домик заедем. Там дальше опять заканчивается дорога. И вон там сверху дом. Но дальше останется школа и что-то там еще. Я не помню, как она называется. Что-то... Какая-то еще одна локация. Как называется локация? Давайте посмотрим. А, Personal Space. Personal Space. Не знаю, доработано, не доработано. Блин. Как я без огнемета захожу? Совесть вообще есть? Меня сейчас кто-нибудь кусит, и все. Можно начинать по новой. Тут что есть? Тут все хорошо, тут все вкусно. Кстати, надо вот из-за того, что у меня мало здоровья, часто сейвиться. На всякий случай. Я не знаю, да что, блин, за байты, алло, игра. Это уже не первый раз, отдай. Опять не успела подобрать, видите, у меня нет этого. Она опять стырила, опять. Это уже не первый раз. И даже не второй, кстати говоря. Мне кажется, это меня где-то не очень сильно любят. VIP-арена? А почему войти нельзя? Пустите. Хочу в VIP-арену зайти, пустите. Не пускают, блин. Это мне надо. Это мне надо. Это не надо, это не надо. Пустенько как-то. Ну, я не знаю, что побольше зомби не добавится. С учетом того, какое у нас оружие сейчас, мне кажется, зомби здесь достаточно мало. Ну, добавили тут 2 каких-то новых зомби, получается. Это такие интересные, вроде как более мощные. Но маловато их тут для огнемета. Огнемет их просто сжег быстро, очень быстро. Либо надо огнемет по факту фиксить, чтобы он не был таким имбом. Либо увеличить количество зомби. Я за количество зомби, если честно. Потому что огнемет мне безумно нравится. Я не хочу его лишаться. Я хочу его оставить и ходить с огнеметом. У меня уже переполнено здесь все. Надо будет сделать менеджмент такой небольшой. Съездить все-таки когда-нибудь домой. А то мы уже тут подряд несколько серий. Я все домой не могу добраться, сделать вот этот... Разбор ресурсов. Блин, опять ресурсы, одни ресурсы. Зачем столько ресурсов мне? Потому что надо. О, видите, патроны. Пойду на босса, буду с боссом страдать там постоянно. Будет весело.
Надеюсь, я потрачу практически все, что собрала. Ну, или хотя бы половину. А еще я больше всего, наверное, надеюсь на то, что здесь есть переход на вторую карту. Это было бы очень интересно. Опа. Детская. С краской. А при том, что краской, автомобильной. Интересная детская. Ничего не скажешь. Плевать, что это как бы отрава. У нас дети приспособленные, да? Окей. Карандашики. Блин, карандашами надо пользоваться. А то они у меня лежат. Без толку. Надо хотя бы пользоваться. Куда дальше? Дальше. Давайте я просто добегу. Не буду на машине ездить. Там целый действительно комьюнити. Мне кажется, я не успею за эту серию смотреть этот комьюнити. Офигеть. Большой какой-то городок. Яблоки опять по нулям. Да почему ты пропадаешь? Я понимаю, что там по нулям было. Но как может пропасть металл? То есть вот эта вот красная штучка, она пропала. Объясните мне, пожалуйста. Если яблоки испортились, пропали, окей. А как пропадает металл? При том, что прямо из-под моего носа. Ух ты. Это для курочек. Почему тырить его с собой нельзя? Можно нажать F и унести. Зачем строить? Дайте мне забрать. Не дают, блин. А тут тоже не дают забраться. Печаль. Так. Это тоже не будет рабочим. Тут у нас ничего нет. То есть мне осталось вот съездить туда. И здесь какие-то маленькие дома. Ну вот, по крайней мере. Тут маленькая. Там еще целая куча домов. И там, видимо, школа. Или что-то такое. Блин, как много всего. А здесь то ли ферма, то ли что-то какое-то подобное, видимо, было. Потому что там очень много... А что, у меня фары горят? Что это горит? Фары не горят, а поворотники горят, смотрите. Вот эта вот полоса, она горит. Все нормально, ладно. Сделаем вид, что так и надо. Садим аккумулятор прямо по дороге. Но здесь, видимо, да, растения какие-то. А может просто какой-то огородик? Сейчас глянем. Сейчас глянем. О, канистра. О, ящик новый. Текстура ящика новая. Колесо. Колесо мне не надо. Ну да, тут дом, сверху дома. Тут подсолнухи. Подсолнухи, кстати, не собираются. Я собрать их не могу, жалко. Тут здесь. А, это для посадки. Лопата, кстати. Это мне что? Это... А, это целое готовое. То есть это вот, носить... Грядка это, короче. Отдельно. Мысли. А, бегать не могу. Все, понял. Жаль, но я сейчас так донесу. Ничего страшного. Так допрем. О, яблоко. Все свое несу с собой. Но оно правда горит. О, гореть перестало. Потому что я ничего не тыкала. Горело, горело и перестало гореть. Ладно. Ты сюда. Так, сюда. Это тоже. Здесь тоже вот это все раскидаю. Да, я опять не буду стыковать сейчас, но как бы ладно. А, у меня два теперь их. Я где-то подобрала. Но это временно. Выпустите меня, пожалуйста. Спасибо. Ой, дождь начался. Нормально. Просто в воздухе витает. Ладно, ладно. Сделаем лишь так. Опа, томат. А он красненьким горит, потому что дождь идет. Но он, кстати, не портится, видимо, из-за того, что у меня куртка есть. Тут что еще? Ой, там целая заправка. Блин, ну я не успею за эту серию однозначно. Вот максимально, максимально все, что можно сказать, сделать, я уже сделала. Потому что время подходит к концу. А у меня еще целая куча неосмотренного. Вон там еще машинки какие-то стоят, надо туда сходить. Хотя они не интерактивны явно. Поэтому даже нет смысла, возможно, ходить.
Ну, можно сбегать. Хотя, наверное, не надо. Да, выпусти ты меня. Что здесь еще есть? Что? Блин, дом сверху прям огромный домино. Прям вот огроменный, я бы сказала. И там домики, и школа еще, и вообще целая куча. Блин, давайте уже тогда продолжим в следующей серии. Я прям даже входить никуда не буду. Останусь вот тут возле машины. О, олень. Вон олень ходит, кстати. Олень. Вот он. Во, олень. Да я стрелять его не буду. Я люблю животных. Живи пока. Я не голоден, чтобы тебя кушать. Живи. Я здесь прям выйду, и мы продолжим отсюда. Проблема в том, что у меня карта пропадет. Ну ладно, тут особо-то недалеко, если что, я за ней сбегаю перед началом просто серии, заберу ее с собой, чтобы она у меня была, и мы тогда продолжим смотреть, мало ли где пригодится. Но вы не забывайте поставить лайк под это видео, чтобы следующее вышло как можно скорее. Обязательно пишите свои комментарии, свои догадки о том, что мы еще здесь найдем. Подписывайтесь на канал, на Дзен канал, на Телеграм канал. Всем, ребят, удачи, всем пока!